Был так близко. Житель Саратова был в 5 шагах от клада эпохи Петра III. Сергей Брюханов, археолог-любитель, уже больше 10 лет занимается раскопками. За это время мужчина успел собрать целую коллекцию находок. Необычные пуговицы кочевых племен аланов, старинные чехлы для пера, пушечные ядра прошлых веков, коллекция колоколов и предметы быта, плоды путешествий по всей России. Больше всего раскопок проводил в Чечне, на счету также Краснодар, Ростов, Рязань, Тверь и полуостров Крым. На поиски, по словам Сергея, уходит от 10 до 15 дней. Больше времени занимает реставрация. На то, чтобы привести в порядок находку, нужно около 2 месяцев. Мне это нравится все. Это такой маленький мир мой. Ну, опять же, это, наверное, что-то внутреннее. Что-то внутреннее с детства. Всегда с детства была тяга к истории, к прошлому времени. Все свои находки Сергей хранит в гараже, но из-за постоянного пополнения в коллекции любители раскопок планируют расширяться и создать собственный музей древнего восточного искусства и даже проводить там экскурсии для жителей окрестных домов.